Сын! А! Сын! А! Сын! Глубокий вдох. Ты дома! Когда спрашиваешь дорогу у прохожих, а они начинают использовать запад и восток, не подозревая, что ты до сих пор путаешь направо и налево. Понятно, спасибо. Только что наорал на кота за то, что он ест скотч. А он подошел к стене, посмотрел мне в глаза, схватил зубами плинтус и оторвал его, мать твою! Сегодня плинтус, завтра твое лицо. Бабушка, а почему земля крутится? Я деда прибью, что он опять тебе налил? У Пума появился прямой конкурент. Псина! Дайте две таких! Но почему человек должен в течение жизни создать семью, построить карьеру, преуспеть в разных хобби и постоянно развиваться? А тем временем от котов требуется только откушать красивую толстую попочку. Ты задаешь слишком много вопросов, двуногий. Всегда удивлялся, как мыши делают такие дыры. Кто пишет, а ты даже ноготь сгрызть нормально не можешь. 10.05. Сейчас миссию пройду и все. 14.05. Что-то я засиделся. 20.05. Да ладно, все равно уже день просрал. 22.15. 22.15. Какого именно дня? Попердели с лососем. Сидим, пердим с лососем. Самое сложное в написании диссертации – не ставить смайлики после каждой удачной мысли. Алло, это вы объявили вознаграждение за пропавшую собачку? Да, а что, вы ее нашли? Еще таки нет, но хотелось бы получить аванс. Ваш билет? А ваш? Я контролер. А я сантехник, мне теперь что, за воду не платить? Сломал систему. Если надо выспаться, то чаек из корня валерьяны с мятой прям огонь, рубит наповал. Из минусов, надо спать лицом в подушку, иначе отношения с котом могут выйти на новый уровень. Когда вышел на улицу и забыл надеть пустой рюкзак. Почему пустой? Там же целые ключи лежат. И да, друзья, всем привет, меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка мемасиков. Поехали! Когда училка берет в руки журнал класса. Овощи. Описание. Продаю кошачьи игрушки в идеальном состоянии. Причина продажи на фото. Эта ленивая жомпа не хочет играть с ними, а хочет лежать. Просто кот стремится к идеальной фигуре. Фигуре шара. Мои абьюзивные отношения. Ничего, мой сладенький, я тебя люблю, мой милый пушистик. Иван, чего лежишь? Гулять ведь уже разрешили. Разрешили, вот только на что гулять-то? Все мы немного, Иван. Это Стив, он вырыл яму, в которой сам же застрял. Такое может произойти с каждым, ставим ему 11 из 10. Все равно самый лучший. Рукожомпус. Мама, сходи в магаз. Я. Нет. Мама, купишь себе чего-нибудь. Я. Реклама зоопарка на автобусе. Потенциальные пассажиры. Сегодня пешком. Как это выглядит? Как это чувствую я? Кто пишет, я думал, что я один такой идиот. Не, не один. Нас много. В детском саду сказали нарисовать рыбку. Вот что нарисовал мой брат. Рыбка-невидимка. Твой брат гений. Телекинетик. Я могу двигать вещи своим разумом. Я. Да, я тоже. Беру карандаш. Это нетрудно. Телекинетик. Нет, ты использовал свою руку. Я. Да, которая управляет мой мозг. Разве ты не знаешь, как работают руки? Телекинетик. А ну слушай сюда, маленький засранец. Продолжительность телефонных разговоров. Парень с парнем 55 секунд, сын с матерью 35 секунд, сын с отцом 15 секунд, парень с девушкой час 32 минуты 41 секунда, девушка с девушкой 2 часа 45 минут, мать с дочерью 4 часа 8 минут 30 секунд, муж с женой 5 секунд, жена с мужем 15 непринятых вызовов. Внук с бабушкой 9 часов 59 минут 59 секунд. А сколько ж тогда бабушка с бабушкой? Ничего необычного, просто кактусу надоели грязные окна. Вашу ж мать, со свиньями живу, все самому делать приходится. Любящий муж всегда поддержит жену. Растяни, Миха, гармошка, эх, давай наяривай! Никто. Я 40 минут выбираю песню, чтобы начать убирать дом. На этом обычно моя уборка и заканчивается.
Спорт – это жизнь. Исчадие лада. Люляки баб. Бабы, покажите свои люляки. Доктор, результаты анализов готовы? Я умираю от любопытства. Хе, не только от любопытства. Когда главный герой фильма умирает, но осталось еще 45 минут до конца? Что-то не так, я чувствую это. Сборник болгарских песен, лучшие хиты. Бумага еще не изобретена, ножницы еще не изобретены. Древние люди, когда пытаются что-то решить. Камень! Когда в детстве нашли с другом две большие палки. Сэр, я слышал, тут неподалеку растет куст крапивы. Нам нужно его срочно отфигачить, сэр. Коленко! Существует японская легенда, которая гласит, что ваше лицо – это лицо человека, которого вы любили в прошлой жизни. Влад пишет, судя по моей хлеборезке, я любил пещерного тролля. Кончик купюры слегка помят. Торговый автомат. Неприемлемо! Мама, если будешь кривляться, останешься с таким лицом на всю жизнь. Я. Ну что, понравился вечер? Ага. А ты в курсе, что кое-что у меня украло? Ладно, я поняла. Я верну твой сраный бумажник. Там денег-то толком не было, только успокойся. Ты украла мое сер... Чего? У кого есть моя кукла Вуду? Помассажируйте ей спинку, пожалуйста. Он. Милая, ты что, обиделась? Я. Я не обиделась, просто обидно. Так вот, как делается виноград. А не наоборот. Изюм накачивают, гениально. Очевидно, тупая идея. Я. Тонировка 80 уровня. Даже дорогу не видно. Если вы давно хотели чем-то заняться и вам просто не хватало времени, то сейчас вы точно узнали, что дело не во времени. Жизнь частенько вышибает из меня всю дурь, но я знаю, где достать еще. Эй, пес, ты мне нравишься. Тебя я съем последним. А так хотелось. Памятка для гостей. Правила пользования туалетом. Запрещается занимать туалет более 30 минут, сидя на унитазе, петь и стучать по трубам, использовать воду из бачка для приготовления пищи, вести в помещении туалета секретные переговоры. Дорогая, я тузика уже покор... Рот закрой, пожалуйста. Как нарисовать овечку? Нарисуйте облачко, ноги и круг для головы. Готово. Кто-нибудь сделайте это по моей инструкции. Это реально работает. Лучшая овца, которую я когда-либо рисовал. Когда сходил в толкан, попка пустая. Желаю всем такой же крепкой любви, как ножки этого стула. Минутка милоты, детеныш панельки резвится на травке и хочет поскорее стать угрюмой девятиэтажкой. Семилетний я, продав два пирожка из земли за 6 листьев. Бизнес процветает. Чем же там торгуют? Посекунчики. Мне вот тоже интересно. Семечки, наверное. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Обязательно влепите лайк под этим роликом, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и нажимайте в колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А если вдруг YouTube не присылает вам уведомления о выходе моих новых роликов, то вы можете отписаться от канала и заново подписаться, нажав колокольчик, выбрав параметр «Все уведомления». Поддержка говорит, что это должно исправить ситуацию. Заценивайте другие мои видосы, чекайте все ссылки в описании, подписывайтесь на мои страницы в других соцсетях и заказывайте нашу с Аленой книгу, которая называется «Привет, мир» по ссылке в описании со скидкой в 15%. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.